Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Махиня, это Русклад Крю, и в этом видео я хочу обратиться к украинским архитекторам и представить концепт кровли для ультра-уникальных проектов. Это Altdeutsche Deckung, или старонемецкая сланцевая кладка. По моему мнению, это самое интересное, самое эпичное из всех возможных видов кровельных покрытий. Это настоящий эксклюзив и абсолютный хандверк искусства, которому не учат в Украине. Ни одна контора, ни одна фирма в Украине не делает подобных вещей. Если кто-то со мной не согласен, пожалуйста, пруфы в комментариях. И получилось так, что этой зимой я решил освоить старонемецкую кладку, построив, проработав все это дело в Google Sketchup'е. Я построил в режиме фристайл, построил крышу и вручную прорисовал каждый камень. Это дало мне возможность понять, как устроена старонемецкая кладка. Под этим видео я прикрепляю ссылку на скачивание этого документа. У вас есть возможность скачать, посмотреть, что такое старонемецкая кладка, как это все устроено, и вы можете применить ее в своих проектах как текстуру для кровель и в своих визуализациях. Это смотрится по-настоящему круто. Как всем известно, по-настоящему крутые вещи недоступны для широкого круга людей, поэтому не делитесь этим видео со своими друзьями, прибереги для своего самого реального проекта, самого лучшего проекта, который даст возможность тебе проявить себя. Присоединяйтесь к Русклад. У меня дикая мечта сделать подобные крутые крыши, но в родной Украине. И я уверен, что в ближайшем будущем у нас с вами это получится. Приятного просмотра. Дальше крутой ролик по старонемецкой кладке.